Mag до сих пор есть, да. Он сидит без дискорда, ему говорят, зайди в ДС, но не буду заходить, ебать. Это говорят двое. Точно, точно. Ну надо, петух, гном нахуй. Ну да. Хорошо, мне холипала может под Иваном там постоять, потому что он не умер. Я стоял, ну как его ранили, типа. Веру. Меня пета пиздец. Лок, ты прожал связку уже или тебя бэрить? Дал, поднимай. Все, сейчас тогда. Ну, спасибо. Я уже на лока кинула. На слог просопал. Еще. И этот черт. Блять. Бля, поднажми. Не
Я хуй знает, меня просто высекают эти, блядь. Нахуй. Хан, блядь. По 1000 крестика. Крестик добивайте быстрее. Меня опять просто с двух ударов уносит. Пета кусается очень больно. Кант просто, кант и сова, блядь. Пока на мне висит кошак, я больше бегаю, чем без пэля. Я пытаюсь и кошака, и этого демона контролить корнями. Немножко хоть отцеплять. У него всего один фирм, он очень короткий. Жалкая тряпка. Ну, а корни только на одного действуют. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Минуту отойду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов... На Т9 как раз таки нету. Я вторую часть не могу купить до сих пор. Ну, трофей лежит, а купить не могу. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Орду! Было бы неплохо убить Фанта. Очень заебывает его кошка, правда. Два укуса. Кстати, о крестах. Можно по крестам по крестику дать? Так, ребят, уточняющий вопрос. А яд этого роги и обилка хантовская стакаются на уменьшение хила входящего? Если они не стакаются, тогда есть смысл, может, рогу конкретно на дерево посадить, пусть на его контроль. Да. Есть дерево, выпало, нет? Может, проще...
Там жрец стоит. Ой, слышишь? Давай, пожалуйста, первого ханта за контролем. Он заебал меня. Он меня три раза переебало набил вместе с собой. А, ой. Может, проще рога посадить на толком объем? Может, там этот 5% хила? Сейчас ханта. А, есть, да? Хорошо. Роги на ком сидеть, чтобы... Охуеть, шот просто, секунду, нахуй. Я близко подошел. Ты меня говоришь? Меня притянул. Да. Так я так и делал уже когда. Меня убили. Подал. Диспел. Спел по черепу, быстрее. Толоки, маг бегает, двоих локов попросил, проклятие красноязычества, на мага и на сову дайте. Прием, блядь. Одного лока убили сразу. Пока на шамане не восприимчивость, пытаюсь на паладина и на сову еще кидать вихри. Так, шкаф поставлю, тогда чиниться. Мама, выйди из инста, выйди из инста, мама ты стоит, можешь чиниться. Тут дело не в Киеве, Геша, а в том, что люди, ткань идет вперед, когда еще, блядь, только бой начался, там сразу локоть бежает. Ну так, а ферет-то не надо или что? Или сразу подождать? Дайте, подожди. Чуть-чуть подожди. Ты типа вперед, ну, идешь, сразу бежает. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя... Ну смотри, меня или пет убивают, или какой-то деката, нахуй. Бать, может перебью? Кто-то из сети вышел из Дискорда. Хант один. Бруку.
Угу. Так, а что, мне чилить в черепе или что делать? Так, мне паладина тогда держать звезду, да? Харсит. Окей. Геру сразу. Стаки заберите, три стака. Буду рядом стоять, хилить вас, достаю. Бабл уберите у него. Вроде дисконула. Еще. Правый хил от бога, БР давайте. Не ждите, как кто в дискорде любой друид. Меня убили. Переходки, пиздец. Да, просто мы не убьем никогда в жизни. Вот. Где уж тебе? Ну, оно больше хилит, чем убьем его. Своих тоже диспалить надо. Можешь кастовать масс диспал. У меня маны не хватит очень быстро. Альтернатива есть? Альтернатив нет, ШБшка разве что. Ебать, не пиздец.
Чаще всего в таких рейдах все-таки есть ШП, которые может использовать. Элим решает все вопросы. Можно одного посадить просто на диспо. Я и так практически полностью на диспо. Максимум я исповедью кинулась в танк. Все. Нет, нет, не работает. Кстати, такой фотки. Вопрос. У многих же ПВП спеки, по идее, есть. Может, тут имеет смысл. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам... Блять, я не знаю, вот, может, не в демона спекнуться. Может, если меня первого ебут, нахуй, я метаморфозу въебу и все. Пусть Рога на хиле сидит в каком-то кик-виткасте. Эй, так переключался перед... рядом был. Вот, может этот? Я предложил. Нам шаманом добрать бы... Так, а после чемпионов, чё, ну? Ну, кто осмелился призвать меня? Слушай, ты, конечно, меня забанили. Помнишь, у нас в конце рейда, когда я разрывал шмот, была, короче, проблема, что я два раза кинул плечи на ролл. Вот, отлично, вообще лучший. Короче, шаман, который ботаник, который возмущался, типа, почему ему не отдали плечи, написал на мне тикет, и меня из-за этого забанили. Ага. Нет, нет другого аккаунта, блядь. Да. Все, спасибо, брат, ты лучший просто, блядь. Понимаешь, просто, ты просто лучший. Я теперь в следующий раз буду сам стрим запускать, нахуй, записывать, потому что это педики ебаные, блядь. Ебаный педик. Ну, я понял, да. Блядь, я пошел бы, но, блядь, у меня аккаунт. Да, хорошо. Спасибо тебе большое.
О, кстати, а ты не знаешь, кто видео, может, писал? У меня сейчас пишет, кстати. По-моему, кто-то говорил, что видео пишет. А ты снимал? О, он мне как раз сейчас звонит, секунду. Чё случилось? Я не знаю, можно нам распределиться с хилом, с крестом, с холиком. Он будет чисто наш рейд, я чисто врагов диспелить. Хотя бы таргет постоянно вести. Я до последнего практически живу, на меня смысла нет. Одну надо на этого, на чернокнижника, который полдис. Он постоянно умирает. Частицу так не повесили. Похуй. На демона кинь. На демона. Алло, Слай, куда рейд? С чемпионов? Да, рот я ебал. Диспел, диспел, диспел. Шот. Снимите с меня кошку, ну пожалуйста. Кто-нибудь. Я пока не могу прочитать это заклинание. Пал на мне висит. Стан получил, ебать. Это лучшие представители Анатолия.
16%. 700. Дугля, застаньте, пожалуйста. Да. Блять, ну влейте череп, ну. Холик, дух есть? Иннер, дайте, пожалуйста, холик, кресту, хил от бога. Да не убили его, он, блядь, реально пиздец, хила не... Блядь, еще ему этот, смерч кто-то дал, вы че, блядь, их? В конце ему смерч из друидов. Да хилов надо контролить, конкретно хилов. Луна. Ходки не помогут, блядь, долблю и снимание ходок, он толку ноль. Он уже... Лучшие представители Орды. Привет. Вот, я могу Энха позвать 230-го. Нет, это мой знакомый ассист, дай только, пожалуйста. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Да вот там хилы на фрикасте стоят, как мы. Позволь моим чемпионам вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов. Ну, есть, можно посадить там рогу на одного, кого-то еще, чтобы сидели. Да будет так. Сражайтесь с честью. Рога что-то не сидит. Во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Когда я сидел на магии, я не мог давать 7000 ДПС, потому что я только контролил. Ну ладно. Походу какой-то. Я бегал за магом первые трои. Может, попробуем сначала кого-нибудь из хилов вынести? Еще хуже ДПС будет народа. А этих контроль пока подержать. У нас 4 совуха. 4 вихря, если я правильно понимаю. 3 совуха и 1 дерево. Тем более. Да я рот его ебал, на пидорас этот.
Понимаешь, ее сбивают постоянно. Вот ее всегда кто-то сбивает. А и она же тоже, когда у нее 45 секунд. Вот все. Не сбивали бы ее. А у него что? Дерево, дерево. А, хорошо. Я все, все поняла. Сейчас. Он зашел. Вроде как. То, что не сначала не захотел с чемпионов идти. Хотел сначала написал, пойдет. Гордей, ты пойдешь? Нет? Твою дивизию. А, меня с инстаба кинуло. Пошлите, пошлите. Да. Кого? Так, кого я? Шамана беру себе? Сейчас я Самуэл, да? Да-да, я знаю, что я тактику знаю. Там массакры жмите. Написал, что отошел. Сейчас тупо чарж эфир. Можно можно кулак по энхам? Да. Вас хуярят, не стойте на месте, а убегайте от них нахуй. Геру. Сейчас нажму. Без армы ему давайте, не знаю. Да. Все равно, блядь, с игрой даже в глубине висит. Уля, отойди. Ого. Почти убили. Где кружок, блядь?
Нормально, блядь. Собака его убила. Да, есть. Стою. Блядь, меня пиздят. Прохил. Убили. Да, ты. Есть? Ханта. Угу. Ретрика. Блядь, опять пиздят нахуй. Курш. Линер по холле перестухил одного. Пропуржи его, пожалуйста. Ужу. Не потому престух. Декан у меня. Половина. Паладину БР давай. Курш цель. Две дотки на нем. Ходки. Еще раз. Еще раз. К сожалению, нет. Хорош. Ебаный кантри мах убивает. Он заебали они меня нахуй. Вы можете так... Проклятие красноязычества какое-то, вот, еще что-то дать, ловушки, блядь. Снимите с меня кошку, пожалуйста, достала. Даю фирку. Локи, друида, забаньте. Верните друида, забан дайте, Локи, друида, бан дайте. Нету. Очень долго. Еще раз бан, пир, вот. Слишком далеко. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание. Я хилы кидал, у нас танки падали. Восемьсотка. Жалкая тряпка. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Ну, контрольте, Локи, баны, фиры. Почему он кастует? Какую паву, фир, давай. Локи, говорить надо. Локи умерли. Понимаю. Почему ни одной массакры не было, из баунда не было, ничего не было? Блин. Долго. Может, они первую цель убивают, а потом... Пустят первую цель.
следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Да будет так! Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь просто... Я умер, постоянно мертвый, потому что лежал. Сарду! Три раза давал, два раза прошло. СС 2 минуты есть. 4 минуты ДБР. Сейчас секунду приду. Так, можно? На кого там проклятие косноязычие кидать? Кто там кричал? На мага? На мага, на лока, на друинов кидать. На. Сам подумай, 30% косты режет. Типа, с четырех ударов, типа, грубо говоря, он... Один сначала не перебежим на левую сторону и ханта сразу же убьем. Ну, просто хотя бы начнем с ханта с левой стороны. Ну да, типа, может сначала три писников сольем, их попроще, наверное, будет. И всех убивает, пока молоко убиваем. Ну. Ханты? Ханту могут обезоруживание кидать. СС на себя кидаю. Кому рыбу ставят? Кираси вылетел. Полхоток. Я пока не могу использовать.
Слайк. Давайте добиваем. Убили. Убили. Поднять. Можешь, если хочешь, айсбаунд прожать, чтобы не так сильно было. Да, чтоб не сильно там сакру какие-то, не знаю, покажу. Процентов 60. Тряпка. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание. Это лучшие представители Орды. Я пока не могу использовать мульт. Может побоять. Это заклинание еще не готово. И сейчас. У нас два БР вроде есть или один. Один БР есть. Я могу БРнуть еще. Может Харсита БРнет, а он кого-то БРнет. Я пока не могу прочитать. Меня Велибор резнул. Сейчас Харсита поднимал. Убили, убили. Угу. Подниму. Дайте боб по нашим силам. Кошки нет, жить буду. Не могу прочитать это заклинание. Пурш. Пурш, пурш, цель быстрее, три ходки, хорош. Надо подождать. Уведите и трэш отсюда, блядь, пока этого игрок пишет. Пурш, пурш, срочно, четыре ход. Дайте Геру того, кого вы БРили, чтобы они под Герой хоть били, если есть шаман. Да, да. Сейчас.
вообще его не бьем. Пидорас ебаный, сука. Отвечаю ему. Инер есть? Пурш. Я ДКшника забрал. Что за мулы такие? Нет, смотри, там ходки тупо 4 висят, не больше. Уже считаю. Засейвите пока. Что не пуржит ни хера, ну типа, блин. Так у нас шаман умер. Это лучшие представители Орды. По КД не спойлю. Боб, я не знаю, попросите что-то. Попросите сокру. Сейчас у нас минус 2 уже, да, там писали? О, Мак шотает, что не нахуй? Я так же шотнул, пидор, блядь. Девуш, тебе. Парник упал. Могу за пену взять мага другого. Ой, сейчас. Вадь, какой у нас маг? Напомни. 230 какой-то. Ща. Я его пригласил, он согласился. Честно, да. Он выйдет, я тогда сейчас приглашу и приглас кину.